Накануне «Ночи искусств» читальный зал нашей библиотеки украсила инсталляция памяти выдающегося крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского, 170-летие которого отмечается в нынешнем году. Мы раскроем скульптурный образ классика и представим пресс-обозрение «Тарджиман об искусстве». Вспомним знаменитую цитату Нумана Челебиджихана о единении живущих в Крыму народов и создании на их основе красивого и изящного букета культур. В рамках мероприятия пройдет виртуальный мастер-класс по качеству, состоятся презентации выставок. А литературные гурманы увидят анонс новой книги о традиционной крымско-татарской вышивке и познакомятся с обзором тематической литературы.